Поздравляю с воскресным днем, with day of resurrection. И мы слышали в Евангелии сегодня повествование о чудесной ловле рыб. And we heard the story in the gospel about catching fish, how apostles were able to catch a lot of fish, как апостолы поймали много-много рыбы. И интересный, любопытный момент есть в этом чтении. There is interesting one little thing in this reading. Что когда Христос явился им, стоя на берегу, они его не узнали. That when Christ appeared to them on the shore, they didn't recognize him. И только когда он стал с ними говорить, один из них узнал Христа. And when he started talking to them, only one of them recognized Christ. Апостол Иоанн Петру говорит, это Господь. Апостол Джон, the theologian, he told Peter, he said, this is the Lord. И когда Петр услышал и действительно тоже увидел, он бросился в море и поплыл. И дальше мы эту историю слышали, знаем. And then when Christ, when Peter heard this, he jumped in the sea and started to swim towards Christ. He also recognized him then. И вот кто из апостолов узнает Христа? Кто видит его? Who is seeing Christ among apostles? Мы знаем о апостоле Иоанне, что он апостол любви, девственник, что он пребывает в чистоте. We know about Apostle John that he is apostle of love. He is like was a virgin and he was in the purity. Вот эти качества необходимы нашей душе. Чистота и любовь к Богу для того, чтобы увидеть его, увидеть Христа. These qualities we need to have in our soul, purity and love for God, in order to see Him. Позаботимся об этом, чтобы стяжать, потому что Бог, Он так же, как Он тогда стоял на берегу, а Его не все не видели, Он так же само и сейчас, здесь, и в каждый момент нашей жизни, Он присутствует. Because God see the same way like he was standing there and nobody saw him, nobody recognized him. Same way he is here right now and in any moment of our life he is very, very close, as scriptures say. Как говорит Писание, что Бог очень-очень рядом. И мы знаем вот это в псалмах, да? Предзрех Господа предо мною выну. Like in Psalms it says, I see Lord in front of me all the time, all the time. Вот это хождение перед Богом и видение Бога во всем, видение Его присутствия в каждый момент нашей жизни нам очень необходимо, как христианам, и для того, чтобы вообще спастись. This seeing of the Lord in every moment of our life, in front of us, always is very, very necessary for us as for Christians and for our salvation. Господь да сподобит нас и любви к Нему, и чистоты, чтобы мы всегда смогли Его узнавать. And may God grant us this purity and this love so we can always